Год, когда появятся доступные полноценные домашние универсальные роботы. Подписывайтесь, чтобы следить за развитием технологий и предлагайте темы обзоров робототехники. Когда появится нормальный робот? Слово «нормальный» закавычено, потому что именно его используют клиенты, вкладывая все – многофункциональность, универсальность, интеллект, в общем, полноценного человекоподобного робота-помощника, как их изображают в литературе и фильмах. Начиная с древней истории до 20 века, фантасты рисовали образы человекоподобных роботов. Гуманоидная машина стала золотым стандартом отчасти. Благодаря им, ведь автоматический помощник может принимать разные формы, не обязательно антропоморфные. Начиная с 50-х, писатели ожидали, что андроиды массово появятся уже через пару десятилетий, потому что наука ускорялась и являла чудеса. Неосуществление этих предсказаний связано и с тем, что люди очень много занимаются войнами и разборками друг с другом, и тем, что ученые не могут объединить базу знаний, это патентные. Споры, борьба за влияние, первенство, справедливое желание заработать. К тому же скопировать человека оказалось сложнее. Потребители постоянно задают вопросы, когда появится доступный, полноценный, многофункциональный робот-помощник, как в кино. Основные компоненты такого робота – это настоящий искусственный интеллект, источник автономного питания и механизм хождения. Все необходимые технологии на сегодня существуют, но пока дороги, неэффективны, ненадежны и раскиданы по планете. Есть и вторичные, но тоже важные элементы зрения, антивандальность, ловкие руки. Антивандальность в первую очередь связана с желанием познающих мир детей отломать им какие-нибудь конечности. Разработки в области аккумуляторов ведутся давно, но существующих хватает на несколько часов для шагающей ногами машины. Если такой робот функционирует в доме, он может улучшать полчаса для дозарядки. Так что не идеально, но приемлемо. Технология хождения воплощена во многих прототипах, но стоит дорого. Например, андроиды Digit и RimC доступны для покупки, но цена каждого сотни тысяч евро. Гипотетически, ты... Именно ты, зритель, при наличии миллиона долларов можешь завтра заказать испанского робота PAL Robotics, нанять продвинутых программистов, которые создадут комплексное ПО. И этот андроид станет полноценным домашним слугой, способным практически на все. Накрыть на стол, принести из холодильника пиво, выгулить собаку, вынести мусор, сходить в магазин или по душам поболтать у телека. Это шагающий андроид ростом 160 см с сильными руками, но на сегодня очень дорогой. Ставить робота на колеса гораздо дешевле, но в этом случае любой межкомнатный порог окажется для него проблемой, и это лишает универсальности. Настоящий искусственный интеллект не существует, но до его изобретения можно обойтись тонко и тщательно прописанными алгоритмами с пополняемой облачной базой знаний. Этот массив информации, обновляемый опытом тысяч домашних роботов, очень скоро будет иметь всеобъемлющее решение любых проблем без аутентичного ИИ. Каждый из перечисленных компонентов для создания настоящего робота пока несовершенен, но существует. Что доказывают многочисленные прототипы шагающих машин, а ученые с исследователями по всему миру ежедневно работают над улучшениями. Компания Engineered Arts в прошлом году разработала самое реалистичное лицо с живой мимикой. Корейские инженеры создали многофункциональные руки. Ведутся исследования по считыванию эмоций и социальным навыкам. Итак, для идеального робота, как его описывала фантастика прошлого, все комплектующие созданы и каждый день улучшаются. Осталось появиться компании, которых объединит, как сделал в свое время Стив Джобс с телефонами. А также нужна стандартизация всего ПО, разъемов, аккумуляторов. Нужен визионер. В 2021 году Илон Маск объявил о разработке домашнего робота. До сих пор у него почти все получалось. Возможно, именно он станет тем, кто объединит все лучшие технологии робототехники для создания универсального доступного робота. Его автомобили медленно, но верно занимают заметную нишу. Либо появится другой антрепренер, который это воплотит, или существующие глобальные технологические компании, типа Xiaomi, Apple, Google. Вопрос сегодня не столько в технологии, сколько в их удешевлении. Благодаря массовой конвейерной сборке, унификации процессов и стандартов. Кофемашины Nespresso и капсулы для них были изобретены в прошлом веке. До десятых годов этого они считались элитарными и продавались только в бутиках производителя. Но со временем завоевали такую известность, что появились сотни видов неоригинала сопоставимого качества, который можно купить в любом продуктовом магазине мира по низкой цене. Это стало следствием популярности и стандартизации. Если называть примерный год, то, ориентируясь на существующий опыт, появление доступного домашнего универсального многофункционального андроида по цене около 10 тысяч долларов можно ожидать плюс-минус к 2035 году. Если, конечно, не произойдет глобальная война, не рухнет огромный метеорит и все, что может откатить цивилизацию в развитии.
Robotronic.ru существует с 2006 года, поэтому велика вероятность, что площадка разместит в своем каталоге и предложит сделать предзаказ на полноценного человекоподобного помощника, когда они станут доступны к 2035-му. Следите за нашими новостями.